Приветствую вас, Михаил. Вот, задаете вы вопрос, что делать? Михаил, а что делать, чтобы что? Какая цель? Если цель сохранить брак, например, вот. Ну, допустим, если цель сохранить брак, то это одно. Если, грубо говоря, цель разобрать свои отношения, да, с женой, то есть, ну, как-то их инвентаризировать, улучшить, пересмотреть. Это другое. А если, например, допустим, решить проблемы жены, как какие-то, да, то есть она ну, в чем-то не удовлетворена. Это третье. Если посмотреть ваше поведение, ну, вообще ваше поведение, в том числе и мужское поведение, это четвертое. Если рассмотреть ссоры, которые у вас были, и которых, в принципе, быть, ну, как бы, не должно, то это еще одно направление. Вот. Если данный аспект вызывает у вас негатив, ну, то есть, вот, что жена расстается, да, что она меня бросает, там, и так далее. И мне от этого плохо, мне от этого тяжело, мне от этого негативно, мне от этого мысли неприятные, там, и так далее. То это еще один момент, и с ним тоже нужно работать. Посмотрите, сколько в направлении уже, как бы, выявили мы с вами сейчас. Вот. И непонятно здесь, чего вы хотите, в первую очередь, что делать. Ну вот, коллега вам говорит, да, что вы переносите ответственность. То есть ведете себя, как бы, недостаточно зрело. Может быть, в таком случае это ваша проблема. Может быть, вы излишне мнительны со своей женой. Тоже может быть, это тоже проблема. Хочет ли жена восстановить ваш брак? Это тоже очень важный момент. Дальше. Значит, прожили с женой порядка 10 лет. Есть ребенок 6 лет, официально жена 7 лет. Так. Ну, тут интересный момент, что 3 года вы жили, получается, неофициально. Вот. Потом официально прожили 1 год, и после этого родился ребенок. А почему прожились? Почему сразу официально не поженились? Или почему 3 года жили? Жили как нормальная семья. Что значит нормальная семья? Были ссоры, из-за чего мирились? Какие выводы делали? Понимаете, вот, это вот грубейшая ошибка, которую допускают люди, когда думают, что после ссоры можно просто помириться, попросить прощения и все. Этого мало. Если случилась ссора, значит, имел место быть кризис. Если имел место быть кризис, значит, что-то пошло не так. И примирение означает не только извинения, да, как бы, но и выводы из того, что произошло, чтобы этого больше не повторилось. А если ссора повторяется, значит, выводы сделаны не были. Вот вам первый уже пунктик. Так, друг друга всегда уважали, грубо не обзывали в порыве. Ну, отсутствие грубости в ссорах, это еще не значит уважение. Уважение — это немножко другое. Причем грубость и уважение, ну, не всегда имеют значение, скажем так. 9 лет спустя, как выяснилось, жена сходила к гадалке.
Так. То есть. 9 лет вы со своей женой прожили. 9 лет. Спустя 9 лет она идет к гадалке. Вам об этом не говорит. Да? И выясняется это только потом, что она, оказывается, ходила к гадалке. Ну вот, Михаил, к вам вопрос. Человек от хорошей жизни к гадалке идет? Наверное, нет. Если человек идет к гадалке, значит, что-то его не устраивает. Вы не знали, что жену не устраивает. Почему не знали? Потому что у вас нет с ней контакта, она с вами либо не честна, либо не искренне, либо не доверяет, либо боится вам что-то сказать. И идет к гадалке. Так, рассказала, что у нее жизнь сложится хорошо и будет интересно, но мы с ней расстанемся. Это означает, что сейчас ее жизнь складывается нехорошо и неинтересно. И это в том числе и ваша ответственность. Жена-то не удовлетворена, получается, своей жизнью с вами, ну, в том числе с вами. Жену-то, получается, не устраивает то, как вы живете. Жена-то, получается, хочет чего-то другого. Жена-то, собственно, фрустрирует. А дальше, значит, причина мы разные. Ну, скорее всего, это следует раскрыть так, что вы хотите разных вещей. То есть у вас разные жизненные цели, они не совпадают. Об этом стоит подумать отдельно. То есть отдельно стоит раскрыть, какие цели у вас и какие цели у вашей жены. Я ее люблю, пишете вы. Конечно же, не лежал без действия, оказывал знаки внимания, цветы, мелкие подарки, обычно себя взял. Но это абсолютно не то же самое. Это абсолютно не то, абсолютно. А, так, думал, чтобы отдохнул. А, ну то есть так это работает, да? То есть если человек заявляет о том, что хочет расстаться и проявляет свою неудовлетворенность, вы считаете, что человеку надо просто отдохнуть. Откуда такой шаблон поведения? Откуда такое обесценивание того, что человек хочет? Дальше, так, ну, цветы, мелкие подарки, быть на себе взял знак внимания, такое ощущение, что вы хотите человека задарить. Просто задарить, мол, все хорошо, дорогая, все хорошо. Ты только будь такой же, какой была, все хорошо. Знаете, как это звучит? Потом у нас секс пропал, она сказала, это был последний раз, и я съехал от нее на неделю две. Из-за того, что у вас секс был последний раз. Почему съехали-то, Михаил? То есть это звучит так. Жена перестала хотеть заниматься с вами сексом, и вы от нее уехали. Вот для меня, как человека со стороны, это выглядит так, что как только вам жена перекрыла доступ к сексу, вы тут же от нее уехали. Правда, потом вернулись, когда ребенок заболел, сидеть с ним некому, смена, график работы. Тут вот какая-то манипуляция немножко происходит. То есть жена, она, очевидно, сама тоже как бы не уверена в том, что делать. Решение еще не созрело до конца. Живем в разных комнатах, официально еще пока не развелись, но жена сказала, что каждый может иметь отношения, секс на стороне. Михаил, отношения и секс это разные вещи. Каким значением вы наделяете отношения? К
каким значением отношений наделяет жена отношения? Какое значение вы вкладываете в то, что пишете, что у нее вроде никого нет? Это ревность? Это страх быть страх одиночества? Это контроль? Что это, Михаил? Общаемся вроде нормально, отношения она не затрагивает, я эту тему не поднимаю, иногда меня обнимают. Это говорит о том, что человек, в принципе, вами дорожит, но боится, что вы делаете ее несвободным. То есть, по сути, вы перекрываете ей кислород, по сути, вы не позволяете ей двигаться туда, куда она хочет. Я полагаю, что вы просто забыли, какие цели, ну, такие глобальные цели у человека вообще по жизни. Если она говорит, что у нее жизнь сложится хорошо и будет интересно, значит, ее жизнь кажется ей плохой и неинтересной. И вот вопрос, что вы делаете для того, чтобы ее жизнь была интересна? Если до этого на ней был быт, как вы говорите. Вот, ну и, соответственно, какие-то еще действия, наверное. То есть вот сравните, спросите свою жену напрямую, что ты хочешь? То есть как бы вот, вы сказали, что вы ее любите, что вы под этим понимаете, под любовью. Как вы это понимаете? Как вы понимаете любовь? Как любовь она понимает для себя? Вот. Дальше. Вы пишете, можно съехать, конечно, чтобы она как следует обдумала. Да нет, это бег какой-то, проблема получается, Михаил. Тогда с ребенком не получится посидеть, думаю, обозлиться еще больше. С чего бы? Она хочет, чтобы вы уехали, или хочет, чтобы вы жили в раздельных комнатах? Вы-то с нами почему уехали? С чего ей обозлиться еще больше на вас? Если, по идее, отношения прервала она сама, или это вы боитесь? Последние полтора года были трудными финансово, понимаю, накопился стресс. Дело не в стрессе и не в трудностях финансовых. Дело в том, дело в том, что вы не выработали правильного отношения к проблемам, и у вас нет контакта с женой. Адекватного личностного контакта на уровне, равноправном уровне. Нет этого контакта. Не происходит это так у вас. И все. Вот как вы воспринимаете свою жену? Как свою женщину, как мать своего ребенка, как, соответственно, партнера по ведению хозяйства, а еще. Поговорите с ней о том, чего она хочет. Выскажите ей поддержку в том, что она хочет. А вот это единственный шаг, единственный шанс. Не избегать, не убегать от проблемы, а именно вот это единственный шанс для вас. Вот. Ну, это вот я все сказал, да, потому что как бы мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович вам написал как бы по делу, да, он в корень смотрит проблемы. То есть, все, что он сказал, это правильно, это верно. Это вот так оно и есть. Я просто как бы добавил с своей стороны. То есть, то, что я сказал, не отменяет того, что сказал мой коллега. Вот. То есть, вот что он написал, да, такое ощущение, что бабка виновата, вы даже ни при чем, ни при чем. Вот видите, да, то есть, как бы вот. Тут вот личной ответственности нет. Вот. В вашей семье был кризис, да, то есть, и вы не знаете, как жена к этому кризису относилась. Вы не выработали адекватного совместного отношения к ней, к этому кризису.
То есть жена чувствовала себя брошенной в этот момент. Вот, ну и все. Соответственно. То есть, то, что вот вы берете, да, на себя роль домашней хозяйки, да, вот. Ну, это вот, это, по сути, еще больше вас обесценивает в ее глазах. Собственно, именно поэтому у нее, у вас и секс пропал, у нее влечение к вам ушло, то есть вместо того, чтобы дать ей то, что хочет она, вы взяли то, что хотели вы. Еще больше обесценив себя в ее глазах, мать Михаил. То есть, очевидно, гармонии внутри вас нет. Очевидно, есть определенные личностные конфликты и проблемы. И ваша жена, она как бы чувствует, что вот, ну, чувствует, что эти конфликты и проблемы, они влияют на нее, и это не, нравится. Поэтому что я рекомендую? Я рекомендую сперва вам вдвоем на консультацию обратиться. А потом уже с вами, соответственно, поработать. Ну, может быть, с ней, но с вами точно. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.